Я очень переживаю за своего сына. Уже даже не просто переживаю, я в ужасе. Его поведение последние несколько недель ненормально, неестественно. Мне кажется, что-то не так. Сначала он просто приходил и стоял в дверях. Он делал это ночью, как раз перед тем, как я готовился уснуть. Я поворачивался, чтобы выключить лампу, а он стоял там в дверях. Я пытался с ним заговорить. Больше не пытаюсь. Все равно он ни разу не ответил. Он просто смотрит. Пару дней назад он стал заходить в комнату и садиться на кровать. Он все еще молчит. Я спрашивал, чего он хочет. Спрашивал, что беспокоит его. То, что он не отвечает, на него не похоже. Обычно он дожидается, пока моя жена уснет. Это особенно беспокоит. Она всегда засыпает раньше меня, и он никогда не приходил, пока она бодрствует. Впрочем, она здесь и ни при чем. Если ничего не поменяется в ближайшее время, я не знаю, что буду делать. Я начинаю думать, что он знает о том, что именно я его убил.